театр. Тебе приходилось бывать в Большом театре? Я несколько замешкался, но почти сразу вспомнил волшебное впечатление от щелкунчика в предновогодний праздник, когда бабушка сказала: «Пришло время познакомить тебя с Большим театром». Это впечатление врезалось стереоскопическим эффектом в моем сознании. «Да, конечно!» На этом я замолчал, ожидая дальнейших вопросов. «Вот письмо в администрацию театра. Тебе надлежит сделать адекватную съемку. Певица номер один. Политбюро мирового вокала. Примадонна исполняет главную партию в опере «Кармен». Тяжесть легла на мои плечи. Закулисная суета в театре дает пищу к размышлению. Все так необычно. Тебе доверяют, коль ты в самой середине волшебного действия. Держусь на расстоянии от певицы, боясь потревожить настрой души моей. Ухитряюсь снимать, впиваясь глазами и объективом в нюансы происходящего. Интуитивно держусь около занавеса. Как бы предчувствовал, вот оно, это мгновение. Интуитивно понимаю, что задание редакции выполнил. Это совпало с финалом спектакля. Не знаю, что сильнее на меня подействовало: завораживающий голос Архиповой, звуковая палитра оркестра или общее впечатление. Я работал на поиск кадра, целясь на главное, пытаясь не попасть в обаяние фабрики мечты и сказки. Наконец, в моих руках готовый продукт. В коридоре редакции встречаю главного художника и молча протягиваю ему отпечаток. Несколько секунд статичного взгляда. Перестав сутулиться, быстро разворачиваясь, он исчезает в приемной главного редактора. Я стоял в середине редакционного коридора в полной нерешительности. Проходящие мимо коллеги начали улыбаться, взглянув на меня. «Леня, бывает, не расстраивайся». Голос художника нагнал меня у выхода. «Леня, у тебя целая полоса, очень понравилась твоя работа». Прошло несколько лет. Теперь я в другой редакции, но репертуар Большого театра потерпел изменения. Внешние перемены перед театром удалили старые яблони. Что-то привычное исчезло, да более знакомое. Театр тот, но возникло отчуждение и нежелание принимать нововведения. Приказ редактора — я снова среди колонн театра. Снова героиня, та же певица, но уже в спектакле по Мусоргскому. С чувством уверенности переступаю порог ее гримерной. «Надоели, сколько можно?» Она что-то пробормотала неразборчиво. «Один фотограф меня снял достойно. Он из советской женщины. Вы все тут!» Настала очередь выйти на авансцену. «Позвольте представиться. Леонид Лазарев, автор вашей фотографии в роли Кармен. Было это в 1962 году». Произнося это, я почему-то вытянулся по струнке. «Да я тебя обниму, милок мой!» С этими словами начинает меня тискать и мять в объятиях. «Ах ты какой! Пришел опять снимать! Ну, как хочешь, что хочешь!» Конечно, я снимал. Но авансы, полученные от хозяйки, не оправдались. Кадры были, но не было решения. Казалось, были любые возможности. Усыпил меня голос певицы, объятия. Стыдно вспомнить. В дальнейшем наши пути неоднократно пересекались. Работая во всех конкурсах Чайковского, мне приходилось видеть певицу в жюри. Иногда встречались наши взгляды. Она немного улыбалась, посылая мне новый аванс в работе. Добрый не забывается. Хотелось бы сохранить подобные традиции.
Однажды мой отец подводит меня на даче к небольшому фруктовому деревцу. В молодости я часто сиживал на скамейке у Большого театра. Снова оказался у фонтана. Была осень. Я поднял несколько яблок. Почему-то положил в карман. Эта яблонька выросла на даче из семечка поднятого мной яблока. Ухаживай, прошу тебя. Прошло несколько лет. Каждую весну боюсь, что не зацветет.